Всем привет! Вы на канале Тот Самый Шашлычок. В сегодняшнем нашем меню окорочка копченые, горячим копчением. Вчера замариновали 10 штук окорочков. Ну, предысторию расскажу. Что пошло у нас в маринад. 5 литров воды, 1 чайная ложка перца черного круглого горошком, 7-8 душистых перцев горошком, 7-8 бутончиков гвоздики, 5-6 лавровых листов, 7 ложек, 6-7 ложек соли и 2 столовых ложки уксуса 7%. Воду вскипятили, залили окорочка, поставили в прохладное место, где они у нас мариновались ночь. На данный момент мы их достали, окорочка наши готовы. Наша задача их сейчас просушить бумажными полотенцами, ну и дать им отдохнуть, подвялиться при комнатной температуре где-то часа 3. Перед тем, как они пойдут в нашу коптильню. Привязали шпагатную веревку такую, чтобы можно было удобно их вешать. Ну и как-то так, скажем. Сейчас мы их просушим, сложим, разожгем коптильню. Далее включусь. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем буду рад. Только подписавшись на мой канал, вы будете в курсе о выходе новых видео на моем канале. До связи. Окорочка наши подсохли, подвялились при комнатной температуре. Повесили их в коптильню. Пойдем разжигать мангал. Ну а далее коптить. Здесь 10 окорочков. Копчение окорочков. Прошло 15 минут. Еще ждем буквально 5-6 минут. И будем снимать. Окорочка полностью прокоптились. Окорочка цыпленка бройлера закоптили, обтерли бумажными полотенцами. Вот, что еще? Ну, окорочка получились замечательные, просто превосходные. Пускай немного полежат, я думаю, где-то до завтрашнего дня, часов 15-20, и можно будет кушать. Рецепт также будет под видео, как бы необычный рецепт получился у меня. Они мариновались в рассоле у меня сутки ровно. Потом они у меня просушивались, вялились под вентилятором. Далее я их коптил 20-25 минут. Они вон еще горячие даже, припотели. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем буду рад. А с вами был я, Тот Самый Шашлычок. До скорых встреч и новых видео. До свидания.